Всем привет! Ледоруб Petzl Summit. Он создан для классического альпинизма, где приходится использовать ледоруб на снежных склонах различной крутизны и участках некрутого летнего льда. Для этого у Petzl Summit есть головка и клюв, изготовленные по технологии горячей ковки. Это придает прочности и позволяет использовать более сложные формы. Небольшой вес 380 грамм за ростовку 59 сантиметров. Удобную рифленую рукоятку. Изгиб рукоятки позволит преодолевать небольшие технические участки, а прямая нижняя часть упростит забивание в снег. Ледоруб предполагает несколько удобных хватов для движения по склонам различной крутизны, а также клюв, который хорошо работает при самозадержании, и удобную лопатку, которой можно очистить участок льда для вкручивания ледобура, а также подготовить место под палатку. Соответственно, это делает его очень универсальным инструментом, а сравнительно небольшой вес вкупе с хорошей эргономикой сделает использование приятным. Ходите в горы и не пренебрегайте безопасностью.